Aycemal, hem de mihmarlamız geldi, hem de yaşlar koşuları ne deyip orada başlamamız Ayşe'den. Более, их вместе время. Пошли. Имен де салам, хорматлы ватнашидилар, вече ареде чыкш эдидилар. Илки улен вақт айрып шуынкы дуышшымыда ватнашиянымыз үчін көп тауылу. Тиви, хукук, денгік, ве инклюзия варада кияшлар тұхбетті шлюмыдың инклюзив джемиет бүйшлендіряр ве дахылы дияр атлы бөлімна қош көрдік. Біз маайплығы болан адамларын халқары бөлінді, яғни шуын, тиви арамызда көрмек, ейтен бөлендіряр. Өзімізімен таныштырсақ, мен Айжамал Гурбанова, блогер, контент-түзіжі, ве бірлешен метлі ғұрмасының илат қазнасының мастағатшысы. Чейлі янымда Мадина Мустафина, еңмі жемиетчілік ғұрмасының күнәрмелі, ве мейлітінде терекетінің координаторы. Спасибо, Айжамал. Приветствуем вас, дорогие участники нашего молодежного диалога «Международный день людей с инвалидностью». Сегодня мы будем говорить о правах, равенстве и, конечно же, инклюзии. И тема нашей сегодняшней встречи – расширение возможностей и участие в инклюзивном обществе. И сегодня с вами буду я, Мадина Мустафина, специалист, координатор волонтерского движения общественной организации ЕНМЕ и моя коллега Айжамал Курбанова, блогер, контент-мейкер и консультант ЮНФЕЙ. Бүгін бір-бірі қорма тоймақ бе үнсмеркедімізді чықшы әдіжелері берме үшін әхлі қатнашыжылар сіз түймәңізді чүрмеңізді қайшы дәрі. Бүрін дөшілі қатнашыжылар, әгер де сөп бөттөшілің дұламында сорығларыңыз әді тіпверлені бар болса, ашақта күгірен сауал жоғат құтысына әді күлерсіні. Душы шығыз үкі ділі, яғни мен түркмен діліне Мадинар өсіліне атпарар. Дорогие участники, хотим вам сообщить, что наш диалог будет проходить на двух языках, туркменском и русском. Если вам нужен будет задавать свои вопросы, отправляйте, пожалуйста, в наш чат во время диалога. Мы просим выключать ваши микрофоны, чтобы не создавать помехи. И мы будем рады отвечать на ваши вопросы на протяжении всего нашего мероприятия. Отправляйте их в наш чат. Компаниямызды қошыған болшантылар үшін Бірлесе Мілетлі ғұрамасының Түркменстан Ақылы Кирханасына, Руси Федерациясының Түркменстан Ақылы Ичханасына минеттарлымыз білдіреді. Чейлі хем чықшы едіжілері, құсылсанна яшылар ойыншы мүлін мақсатнаманың координаторы, Бірлесе Мілетлі ғұрамасының адам құқылары ойыншы Йоқыры комиссарының мүдерлігінің меркезі Азия ойыншы Севстейн идарасының векілі Юлия Вацлава, Ашхабад шәһәрінің сағлығы бекеліш оқу тәрбиечілік топлымы мұғалімі Шабиби Османова, Бірлесе Мілетлі ғұрамасының илат қазынасының несіл сағылығы бойынша күнәрмені Кемал Қошлиева бүгін сөхбетте шығатынышыянықтар үшін көп сау болсын айтар. Мы хотели бы благодарить Организацию Объединенных Наций в Туркменистане, посольство Российской Федерации Туркменистан за их вклад в нашу кампанию и, конечно же, наших спикеров, координатора национальной программы для молодежи, представителя регионального офиса ООН по Центральной Азии Юлию Вальславу. Мы благодарим преподавателя реабилитационного учебного воспитательного центра Османова Шабиби и специалиста ООН по здравоохранению Кемала Гушлива за участие в нашем сегодняшнем интервью. Бірлесе Мілетлі ғұрамасының кемешелік ұтқаштыржысының диванының ел ғашысы Чары Нурмұхамедова сөз береді. Спасибо большое, коллеги, друзья, молодые люди. Очень рад участвовать на вашем мероприятии. И позвольте сказать несколько слов для открытия молодежного диалога, который называется «Поговорим о правах, равенстве и инклюзивности». Также мы будем говорить о расширении возможностей и участии в инклюзивном обществе. Уважаемые друзья, коллеги, партнеры, молодые люди, я рад приветствовать вас на открытии молодежного диалога, посвященного правам, равенству и, в частности, сегодня вопросам инклюзивности. Сегодняшний диалог проходит в рамках информационной кампании «Мы разные, мы равны».
которое направлено на то, чтобы привлечь внимание молодых людей к продвижению равенства, инклюзии и положительных социальных норм в обществе. Сегодня, в Международный день людей с инвалидностью, хотел бы напомнить, что вовлечение лиц с инвалидностью в жизнь общества также является важнейшим условием обеспечения прав человека, достижения устойчивого развития, установления мира и безопасности. Это одно из главных задач повестки дня в области устойчивого развития на период до 2023 года. Защита прав с инвалидностью – это не только вопрос справедливости, но и инвестиция в будущее. А наша молодежи и всех нас. Глобальный кризис, связанный с пандемией COVID-19, обнажил масштабы существующего в мире неравенства и отчуждения. Подчеркнув, что работа по продвижению инклюзии и созданию открытого и толерантного общества является нашей важнейшей задачей. Даже при обычных обстоятельствах лица с инвалидностью и другие уязвимые группы имеют меньше шансов получить доступ к здравоохранению, образованию, занятости и участию в жизни общества. Поэтому необходимы комплексные меры для того, чтобы уязвимые группы населения, включая людей с инвалидностью, не оставались в стороне. Уважаемые друзья, как вам известно, Генеральный секретарь ООН придает большое значение вопросам равенства и инклюзии. По его инициативе была принята стратегия ООН по интеграции лиц с инвалидностью. Целью стратегии является создание институциональных рамок для осуществления Конвенции о правах инвалидов, повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и других международных документов по правам человека, а также для выполнения обязательств в области развития и гуманитарной деятельности. Позвольте мне процитировать его. Я настоятельно призываю все страны в полной мере осуществить концепцию о правах инвалидов, повысить доступность среды и устранить правовые, социальные, экономические и другие барьеры при активном участии самих инвалидов и представляющих их организаций. Антонио Гутерреш. Уважаемые друзья, факты и опыт показывают, что при ликвидации всех барьеров лица с инвалидностью получают право в полной мере участвовать в жизни общества, принося ему вполне ощутимую выгоду. Таким образом, такие барьеры наносят ущерб обществу в целом, а элемент доступности является составной частью прогресса и развития. В заключение хочу заверить, что система ООН будет и далее укреплять доверие лиц с инвалидностью и их уверенность в том, что их ценят, а их достоинства и права уважают. Позвольте мне от имени Офиса постоянного координатора ООН пожелать вам сегодня продуктивных и интересных бесед. Спасибо большое. Уважаемый Чары, большое спасибо за ваше выступление. И следующий наш спикер, советник посольства Российской Федерации в Туркменистане Константин Шлыков. Господин Шлыков, мы передаем вам слово. Здравствуйте. В первую очередь мы хотели бы поблагодарить наших коллег из Ашхабадского офиса ООН за приглашение принять участие в научно-практической конференции, посвященной вопросам прав, равенства и инклюзии сегодня в Международный день инвалидов. По данным ООН в мире насчитывается порядка 650 миллионов человек с ограниченными возможностями, то есть примерно каждый десятый человек в мире, 80% инвалидов живут в развивающихся странах, и в России тоже этот показатель близок. В России 12 миллионов человек с инвалидностью, из них 665 тысяч – это дети. Кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции, стал причиной непропорционально тяжелых последствий для людей с ограниченными возможностями. И в этих условиях вопрос расширения возможности для инвалидов, создание для них инклюзивного общества стоит как никогда остро. На это направлена в том числе и стратегия ООН по инклюзии людей с инвалидностью, которая была принята в 2019 году. Адресные меры предпринимал Целевой фонд международного партнерства ООН по поощрению прав с инвалидностью в рамках мер реагирования и восстановления. Я хотел бы, конечно, остановиться в первую очередь на опыте России. Потому что в России Конвенция о правах инвалидов была ратифицирована и вступила в силу в 2012 году. Правительством России ведется полномерная и системная работа по совершенствованию законодательства, которая
направлена на улучшение положения инвалидов и реализацию положений этой конвенции. Соответственно, мы стремимся к обеспечению полного участия людей с ограниченными возможностями в гражданской, политической, экономической, социальной, культурной жизни общества. И, естественно, чтобы не было дискриминации по признаку инвалидности. Федеральный закон определил обязательные для исполнения всеми собственниками объектов и поставщиками услуг конкретные требования по созданию для инвалидов равных условий. На всех уровнях организована работа по обеспечению, по обучению специалистов органов и учреждений по вопросу предоставления услуг инвалидов. С 2011 года в Российской Федерации реализуется государственная программа «Доступная среда». Сформирована единая методология создания безбарьерной среды для инвалидов, и при активном участии самих инвалидов их организации были выработаны механизмы отбора наиболее часто посещаемых инвалидами объектов, то есть те, которые наиболее требуют адаптации. Опробированы подходы к формированию доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху. Государственная программа предусматривает предоставление различных социальных объектов для инвалидов, поликлиник, больниц, музеев, театров, спортивных сооружений, многофункциональных центров по предоставлению услуг. Там действительно очень много направлений, речь идет и об установке пандусов, и для специальных парковочных мест, все это теперь в России законодательно обязательно. Ну, даже в московском метро есть специальная бесплатная служба, которую может каждый инвалид вызвать, если ему нужна помощь в обеспечении мобильности. Потому что не везде есть пандусы, где-то только лестница, потому что старая станция. Но каждый инвалид может бесплатно вызвать такую службу обеспечения мобильности. И что касается цифровых технологий, то здесь тоже у нас есть прогресс. В ноябре прошлого года в Московской области началась реализация и создание адаптированной IT-платформы проекта «Акселератор проектов молодежи с ограниченными возможностями здоровья», который был поддержан президентом Путиным. Было заключено соглашение о сотрудничестве с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области. Этот акселератор – это адаптированный для молодежи с ограниченными возможностями обучающий ресурс по предпринимательству и проектному управлению с практико-ориентированной направленностью. Участники – это молодые люди с инвалидностью различных нозологических групп, это слабовидящие, слабослышащие, глухие, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с комплексами этих нарушений и лица с инвалидностью в возрасте от 14 до 24 лет. Ну, я думаю, что еще больше сможет рассказать о российском опыте адаптации людей с ограниченными возможностями, о том, что мы делаем для инклюзии, представитель Всероссийского общества инвалидов, который должен сегодня принимать участие во встрече. И, конечно, мы надеемся, что наш опыт будет интересным для наших коллег, для наших партнеров здесь, в Афганистане, в Центральной Азии. И, конечно же, желаем вам плодотворного обмена мнениями. Спасибо. Большое спасибо за выступление, господин Шлыков. Джинап Шлыков, чықшыны, вебали жан маулыматдарны, чинкоп сауын. Мы рады приветствовать сегодня трех наших спикеров, которые помогут нам раскрыть тему инклюзии. Дорогие спикеры, мы вас просим представить ваши презентации, доклады. А после трех презентаций, выступлений, мы откроем нашу панельную дискуссию, и у нас будет возможность более детально обсудить возможности для создания более инклюзивного и сильного общества. И наш первый выступающий – координатор национальных программ по молодежи Юлия Вацлава. И она будет выступать по теме «Поговорим же об инклюзии». Госпожа Юлия, пожалуйста. Добрый день, уважаемые партнеры. В первую очередь позвольте мне поблагодарить за возможность быть спикером на этом мероприятии. Я благодарю вас за приглашение. Я, как уже сказали, работаю координатором молодежных программ, но
Почему я сегодня здесь? Потому что в нашей работе наш региональный офис сейчас старается совмещать работу с молодежью, с различными группами. И мы очень многое делаем именно с молодыми людьми с инвалидностью и для молодых людей с инвалидностью. У нас есть определенный опыт в этой сфере. Я хотела бы поделиться с вами нашим видением того, что есть инклюзия и что нам нужно сделать для того, чтобы мы могли ее продвигать. Спасибо большое. У меня небольшая презентация. Пожалуйста, можно второй слайд? Коллеги, если мы будем говорить об определении, на самом деле есть разные определения инклюзии, но я предлагаю рассмотреть такое определение, как процесс реального включения в активную жизнь общества и государства людей с инвалидностью. И здесь, конечно, ключевым словом является реальное, потому что мы можем видеть, что могут применяться различные методы и подходы вовлечения людей с инвалидностью в активную жизнь общества и государства, но насколько это вовлечение является реальным и насколько это вовлечение является эффективным. Поэтому, говоря сегодня об инклюзии, мы говорим о том, что действительно было бы реально. И говоря об инклюзии, мы говорим не только об инклюзии в образовании, потому что если рассматривать тему прав лиц с инвалидностью, то очень часто тема инклюзии, она скатывается до темы инклюзивного образования. Когда государство, общество старается вовлекать людей с разными формами инвалидности в образовательный процесс, в дошкольные учреждения, в образовательные учреждения и в школьные учреждения. Но говоря об инклюзии, мы предлагаем смотреть шире. Мы говорим не только об инклюзии в образовании, мы говорим об инклюзии в трудовой сфере, в сфере оказания различных услуг. То есть инклюзия, она должна быть во всех сферах общественной жизни и во всех сферах государственной жизни. И инклюзия, она основывается на нескольких принципах, и я бы хотела обратить ваше мнение, ваше внимание на принцип доступности. И речь идет о разных видах доступности, я немножко скажу об этом позже, и на принципе учитывания мнения людей с инвалидностью. Потому что мы можем наблюдать, что чаще всего проблемами лиц с инвалидностью занимаются люди без инвалидности. И иногда люди с инвалидностью, они могут быть в стороне. Есть очень хороший принцип, который используется разными группами, и, наверное, здесь он хорошо применим. Ничего для нас без нас. Я думаю, это важный принцип, который мы должны обязательно применять, говоря о лицах с инвалидностью. Я хочу обратить ваше внимание на Конвенцию о правах инвалидов, которая отмечает, что инвалидность является результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушение здоровья людьми и отношенческими, и средовыми барьерами, и которые мешают их полному эффективному участию в жизни общества наравне с другими. То есть с точки зрения международного стандарта, международных подходов, инвалидность – это не то физическое состояние, которое имеет человек, не те сложности, которые могут быть у него со здоровьем. Инвалидность – это результат взаимодействия, я хотела бы повторить, между человеком, у которого имеются проблемы здоровья, и отношенческими и средовыми барьерами. И на самом деле, работая с гражданским обществом, работая с людьми с инвалидностью, для многих это является открытием на самом деле. Что же такое инвалидность с точки зрения международного подхода? Можно, пожалуйста, дальше. И говоря об отношенческих и средовых барьерах, я бы хотела здесь акцентировать ваше внимание. Когда мы говорим о барьерах, то чаще всего работа связана с решением проблем с средовыми барьерами. Да? То есть, когда нет пандусов, мы говорим о необходимости пандусов. Если нет сурдоперевода, например, если часть фильмов или музыки не переведены на жестовый язык, мы говорим о том, что это надо менять. Это универсальный дизайн тоже имеет отношение к этой тематике. То есть, чаще всего мы фокусируемся на том, как решить проблемы со средовыми барьерами, да? Как сделать доступность физической. Но очень важно обращать внимание на то, что для эффективной инклюзии большую роль имеет работа и с отношенческими барьерами. Это стереотипы, которые есть в обществе в отношении лиц с инвалидностью. Это пренебрежительное отношение. И эти средовые барьеры, они на самом деле имеют важное значение. И они играют, к сожалению, очень такую существенную роль
роль в становлении инклюзии. Потому что даже если мы решаем проблемы со средовыми барьерами, допустим, мы построили пандус в аэропорт, мы купили амбулифт, да, который позволяет поднять людей на коляске на борт самолета. Но при этом у сотрудников авиакомпании, у сотрудников аэропорта есть отношенческие барьеры, они пренебрегают людьми, они не помогают им, они не проявляют уважение к человеческому достоинству, то человек с инвалидностью по-прежнему будет чувствовать, что у него нет достаточной доступности. Поэтому, говоря об инклюзии, необходимо учитывать как бы работу и устранение как физических, да, средовых барьеров, так и отношенческих барьеров. И можно, пожалуйста, предыдущий слайд? И что является причиной, стойкости отношенческих и средовых барьеров и дискриминационного, пренебрежительного отношения к лицам с инвалидностью? Это подходы, которые используются государствами. С одной стороны, это благотворительный подход, и мы очень часто можем наблюдать. Вот сегодня у нас 3 декабря, и сегодня было проведено во всех странах множество мероприятий, на которых раздавали подарки, на которых раздавали какие-то грамоты. Да? Сегодня в ряде стран повысились социальные пособия людям с инвалидностью. Но это часть благотворительного подхода, когда лицам с инвалидностью относятся с сочувствием, скажем так, даже не сочувствием, а жалостью. И до сих пор во многих странах есть мнение, что люди с инвалидностью, они нуждаются в жалости, они нуждаются в пособиях, и вся их участь заключается в том, чтобы ожидать благотворительности от государства или от частного сектора. Да? И есть медицинский подход, который относится к инвалидности как к болезни, которую необходимо надо лечить. То есть всех необходимо лечить. Вылечим мы или не вылечим, другой вопрос, но всех надо лечить. Потому что люди с инвалидностью – это больные люди. И это тоже проблема, потому что этот подход не позволяет посмотреть на человека, вот как сегодня первый спикер, который приветствовал, говорил нам, это не позволяет нам посмотреть на человека, имеющего человеческое достоинство. Да? Он говорил о человеческом достоинстве. На людей с инвалидностью как полноправных членов общества. И очень важно переходить от благотворительной медицинской модели к социальному подходу, к социальной модели. Именно переход к социальной модели, он позволит нам успешно внедрять инклюзию. Можно, пожалуйста, последний слайд? Или, может быть, он не последний? Да, уважаемая Юлия, можно мы немножко ускоримся? У нас просто очень мало времени. Да, спасибо. Конечно, я буквально два слова скажу. Я скажу, что социальный подход к пониманию инвалидности, он не рассматривает человека с инвалидностью как носителя проблемы. Наоборот, проблемой являются средовые и отношенческие барьеры, дискриминация и стереотипы в обществе. И, уважаемые коллеги, я хотела бы обратить ваше внимание на одну вещь, которую, может быть, мы не задумываемся. Но мы очень часто говорим о толерантности, когда мы говорим о людях с инвалидностью. Но толерантность, если мы посмотрим с латинского языка, это терпение, терпеливость, способность переносить. Но должны ли мы терпеть людей с инвалидностью? Должны ли мы их иметь способность их переносить? Ну, конечно же, нет. Люди с инвалидностью и понятие инвалидности – это не то, что мы должны терпеть или переносить. То есть мы очень часто используем язык, даже не задумываясь о том, какую смысловую нагрузку это имеет. Поэтому, завершая свою речь, я бы хотела призвать нас всех не использовать слово «толерантность» и «терпимость», когда мы говорим о людях с инвалидностью. Спасибо большое за внимание. Уважаемая Юля, спасибо за вашу презентацию. Для меня, как человека, работающего в социальной сфере, особенно близка тема инклюзии, благодарю вас. И когда абсолютно все люди будут включены во все сферы жизни общества, наверное, есть большая вероятность рассмотреть именно личность, а не концентрироваться на их инвалидности. Спасибо. كنت كشيب جي مدوالثة عشق باشا خاتن كتاولة بكيلش أخو تربية تلك طفل من المعلمة شعبي بغثمان بغ إنكلوزيف جميع تبرلك تدور دياك عاك موضوع تنات برر شعبي بمعلم
Ваша цена. Чави, молим, ты тенгдеш для ног. Здравствуйте. Я хочу в первую очередь поблагодарить, что пригласили меня сюда, на это мероприятие, чтобы я могла поделиться своим опытом и как инклюзия коснулась меня. Я хочу рассказать про свою жизнь, как я преодолевала свои трудности. Я родилась в многодетной семье в Ташаузе. Когда мои родители узнали, выявили, что у меня нарушение, глубокое нарушение зрения, им пришлось переехать в Ашхабад, столицу нашей страны, чтобы дать мне полноценное образование и полноценную помощь, да, дефектологов, психологов и хороших врачей. Вот. И я пошла в специализированный 33-й садик для детей с нарушением зрения. Там научилась писать, читать обычным обычным, ну, ручкой, да, вот. А потом я пошла в специализированную школу-интернат для слепых и слабовидящих детей имени Ярошенко. Вот, и я хочу сказать про Ярошенко чуть-чуть. Ярошенко – это первый незрячий педагог, который приехал с Украины и открыл первую школу у нас в Туркменистане, в Ушках, в 1937 году. Вот я благодарна ему, да, что вот это, я в дальнейшем под его школой смогла учиться. А вот в этой школе нас обучали рельефно-точному шрифту Брайля. Этот шрифт придумал Луи Брайль. Вот. И также хочу рассказать то, что первый, кто узнал, что люди с нарушением зрения обучаемы, что у них тактильные ощущения более глубокие, сильные, и слуховые ощущения глубокие, сильные, и они могут достойно учиться, обучаемы, это... узнал ГАИ, Валентин ГАИ, и он открыл самую первую школу в мире в Франции, в Париже, в 1784 году. Вот эти три самых главных героев истории тифлопедагогики, вот, и самые большие мои герои, потому что две из них, они были незрячие, они все равно преодолели свои трудности, да, вот, и в дальнейшем стали маяком для всех остальных же незрячих людей. Вот. А когда я закончила школу, у меня была главная цель получить достойное высшее образование. Я хотела поездить по миру, чтобы я со всеми наравне смогла учиться. И пошла на работу, чтобы накопить деньги на учебу за границей, пошла на работу в Общество слепых и глухих Туркменистана. Меня перетянули в общественную деятельность, да, что я ходила, стала председателем молодежной организации при этой нашей организации. Также я саморазвитием занималась и занималась английским языком и ходила на тренинг, который совместно с ООН организовали, ТОСТОК совместно с ООН организовал для женщин-инвалидов
гендерное равенство и женское лидерство. И как я была активной деятельностью нашего общества участвовала, и меня пригласили поехать обмен опытом в Белоруссию, и поехала в Белоруссию, и главная моя цель сбылась, я поступила, сдала документы и поступила в Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, факультет специального образования, но пока я училась, этот факультет преобразовался в институт инклюзивного образования. Я хочу также подчеркнуть, что когда я поступала, там не было особых таких адаптивных рельефных там точек, да, чтобы я могла по зданию ориентироваться. И у меня в группе было 30 человек, 30, все остальные не были носителями, да, инвалидности, да, люди с нарушением зрения или вообще, да, какими-то нарушениями, да, все были здоровыми детьми. Я со всеми с ними, да, вот наравне в очной форме училась, но в то же время у меня произошла трагедия. Я после первого курса потеряла зрение. Вот. И пока 4 года я училась, 4 года я 10 раз, за 4 года 10 раз оперировалась, и мне пришлось учиться жить заново. До этого я видела очень плохо, но 10% из 100. И сама поехала за границу учиться одна. А здесь получалось, что я вот тотально не видя, должна была уже учиться ходить с тростью, учиться также писать по Брайлю, да, ну, более лучше, и также с компьютером, да, вот говорилкой работать, и со всеми наравне вот это делать. Но, слава Богу, моя главная цель сбылась, я взяла диплом, моя мечта сбылась, вот. Поэтому я хочу сказать, чтобы все остальные люди тоже не сдавались, всегда шли к своим целям. Сейчас я работаю в школе для детей с нарушением зрения, преподаю им Брайль. Но в то же время я также работаю над идеей своего проекта, который связан предоставлением услуг сопровождения лицам с ограниченными возможностями, грубо говоря, инвалидам, да, вот, различных государственных и частных организаций, которые предоставляют услуги. Вот. Услуги, например, таких как медицинские учреждения, да, вот, поликлиники, больницы, там, частные или государственные, такие учреждения, где, ну, мы можем свой досуг провести, да, вот кафе, рестораны или кинотеатры, чтобы там тоже нам могли инвалидов, людей с нарушениями, да, вот, достойно сопроводить, достойно им обеспечить эти услуги, да, вот, со всеми наравне, давать те же услуги, да, вот, и чтобы, ну, людям с ограниченными возможностями, да, и обычным людям было комфортно сосуществовать вместе, вот. Тем более сопровождение, я сейчас говорю не только о людях с нарушением зрения, я также говорю о людях с нарушением слуха, о людях с интеллектуальной недостаточностью, людях нарушением опорно-двигательного аппарата и людях с аутизмом, да, вот. С каждым нужна специфическая, да, вот, помощь, специфическое сопровождение, вот, и разных учреждений, чтобы комфортно вот это все могли нам, ну, предоставить эти услуги. Вот. Шави, молю.
Хорошо, я сейчас немножечко еще скажу. В рамках целевой устойчивое развитие Туркменистана, этот проект позволил бы людям с ограниченными возможностями полноценно стать полноценными членами социума, общества нашего, да, и также повысить социальные возможности этих же людей. Вот, и это сейчас, в данный момент для меня самой главной целью остается вот этот мой проект, работа над этим проектом. И да, я считаю, что доступная среда важна, но также важна доступное общество, да, что каждый из нас, если не побоиться, если начать самого себя, да, вот, мы, изменяя себя, можем также изменить общество, да, чтобы не так бурно, ярко реагировали на людей с нарушениями, с ограниченными возможностями. Как говорится, если хочешь воспитать ребенка, начни воспитание себя. Также, если хочешь, чтобы изменилось общество, начни изменение себя. Вот. Я поэтому всех вас призываю к этому и говорю большое спасибо, что меня пригласили, чтобы я могла рассказать про свое видение. Спасибо большое. Кутсаурм шавид молим. Урани ядлак бибэн клэрэттэнэд. Мақтыда оқын лунгыз, ве арду улунгыза етмегіз чүйін чекен ирініз дәхметіңіз, алын білімлеріңіз білен жемиетімізі мұндан бейлекті хаасы гүйшлендірертіңіз. Доғыр емайттам, бұрайында оқат білмек менің амардуым. Мүнісіз башаларыңызды жыда бейінлер. Хорватлы шавид молим, енжетті әкті асамағымызды кем күл үстіндік арду өдер. Инклюзия бары дақы таярлының анимация білелікі томаш әделін. Уважаемые участники, мы приготовили для вас анимационный ролик об инклюзии. Бу мат. Оның адаты күні бір кәсі сүйтілі жағын кемдеп ішігі мұшырық білен екі ағыз көрінің әтмектің машыланияр. Марал орты бөліміні үстінліклі тамамламағы башырды. Өхе әдір кі вақытта бінәғарлік бөлімінің қойар. Ол оғыдан шекілері ве формулара қайран болып, еркімін қоупсыз, аматли, ве мертебел шекілі ұланып білжек инклюзив биналарны ве дизайнлары дүрітмәгі хүвес еттер. Марал адамларын күннелік 100-100 болиян пәскелшіліклерінің көпсінің емелідігіні білер. Ол етерлік қоллау ве чешме үлін үпшін әділен яғдайынна, еркімін өз мүмкіншіліклеріні ашып білжегінің нөгер. Бүгін оның тәжірибе ішін тамамлаян, бінәгерлік шерекеті өлен мүхім еңнағы бар. Марал ол ерін жұда қалыяр. Дүрлі кечмешілер олан көп санлы үйт көшік вә қымматлы дүния қарайшылары, үңі сүрген кәрдешілерінден үйдігдерлі ұлқам алыяр. Әдір күвақты, Марал яшылар чүйін дейін жалыш меркезінің вә сағылық клиникасының тасламаларының үстіні ішілер. Оның өзі спорттың лезет алыяр. Шейлігім, дейін жалыш меркезінің әхлімумы дизайны, яшылары олырың майыптығына, яшыны ве бейлік факторларына қарамаздан, ішчен ве сағдын болмағы хуғысленірір дейіп ұмид әдер. Бүтін дүниады майыптығы бар адамларың 90 өтірімінің қанығатланырлы яды оның хас екорі іш еріне етірмау көйіптар бар. Олар гейлдейжінің екорланмағына, ішкерлерің хуғысыны, өнірджілігіні ве дұрнықлы ішкер үйінің өзгірмеуіні қошант қошып білерлер. Инклюзив жемгетлер еркімің іш, білім ве сағлығы қорай шиялы мүмкіншіліклері ве сериштелері дең әл етерлігін үпчін әдер. Шейледі хер бір адама ықтисади, жемгетшілік ве медені дұрмышы доғылы қатнашмағы мүмкіншілік берген. Шынлық көлен, олар хақиқи мүмкіншіліклерден пейдалан ярлар ве гүлләу өз ярлар. Гелжек инклюзивдір. Очень вдохновляющий ролик на сегодняшний день. Спасибо большое.
А теперь, уважаемые участники, наш последний сегодняшний спикер, специалист UNFPA по репродуктивному здоровью Кемал Гошлиев, представит нам сегодня два понятия – инклюзия и репродуктивные права. Расскажет нам, что это такое и почему это важно, в том числе для девочек и женщин с инвалидностью. UNFPA недавно проводил исследование по доступу женщин с инвалидностью к услугам репродуктивного здоровья. Интересно будет узнать результаты и следующие ваши шаги. Пожалуйста, уважаемый Кемал. Добрый вечер, уважаемые молодые люди, уважаемые коллеги. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, хотелось бы начать с того, что такое инклюзия. Инклюзия – это, говоря доступно, это когда вы приглашаете на свой день рождения мальчика, живущего внизу по вашей улице, слепого, но не из-за того, что вы его жалеете, а из-за того, что вы цените дружбу с ним. Инклюзия – это когда женщина, живущая на третьем этаже, хочет спуститься посидеть в парке, и ее коляска помещается в лифт. Инклюзия – это когда глухонемая девочка хочет послушать новости и видит там сурдопереводчика на экране. Или нажимает на кнопку в пульте и видит субтитры. Инклюзия – это когда женщина, которая забеременела, потому что хотела забеременеть, и у нее диагноз олигофрения, а врачи к ней отнеслись с уважением, и она родила ребенка желанного. Вот это инклюзия. И много-много других, тысячи других мелочей, с которыми мы каждый день встречаемся в жизни, на которой мы, как здоровые, так скажем, люди, мы не обращаем на это внимания, но на это наталкиваются, к сожалению, люди с инвалидностью во всех странах земного шара. Где-то меньше, где-то больше. Но с этими они встречаются каждый день. Следующий слайд, пожалуйста. Алло, следующий слайд. Мы как организация ООН в области репродуктивных прав, мы продвигаем репродуктивные права, но хотелось бы вкратце хотя бы отметить, что это означает, да, у нас. Но это право женщин на то, чтобы самой решать, когда ей забеременеть. Всех женщин, включая женщин с инвалидностью. За кого выходить или не выходить замуж. Когда ей рожать, сколько ей иметь детей и так далее. Ну и помимо того, это доступ к медикаментам, к информации. Следующий слайд, пожалуйста. Нарушение репродуктивных прав мы встречаем как фонд Организации Объединенных Наций, мы в области народного населения, мы мониторим ситуацию, и каждый год мы публикуем наш ежегодный доклад, ну и видим нарушение прав репродуктивных. В том числе нарушение репродуктивных прав среди женщин с инвалидностью. Но где-то их больше, где-то меньше, но они регистрируются. Опять-таки это связано с репродуктивными правами. Например, женщина хочет забеременеть, в некоторых странах ей говорят нет, вы должны пользоваться контрацепцией. В некоторых странах говорят, даже после того, как она забеременела, ей могут сказать нет, вы должны сделать аборт. Вот такие вещи мы, к сожалению, в мире встречаем, и мы, конечно, категорически выступаем против этих явлений и поддерживаем свое плечо правительством этих стран для того, чтобы вместе помогать этим женщинам, помогать правительствам устанавливать благоприятные условия для того, чтобы развиваться вперед, идти по пути прогресса. Следующий слайд. Следующий слайд. Ага. Ну, в уставе нашей Организации Объединенных Наций также отмечены принципы уважения к человеческой семье. Следующий слайд. Следующий слайд, потому что это уже было охвачено коллегой из ЕНХСА. Следующий слайд. Да, это я тоже уже сказал. Следующий слайд. Ну, также вот здесь вот остановитесь. Но исследование, которое мы провели в Туркменистане, мы, кстати, провели его, за что очень благодарны присутствующим здесь представителям
посольства Российской Федерации. Исследование было проведено на фонды правительства Российской Федерации, выделенные на региональном уровне фонду ООН в области народного населения. Ну вот некоторые заключения на этом слайде представлены. Это то, что ну, в Туркменистане, к сожалению, отсутствует такая дезагрегированная статистика по инвалидности. В обществе о людях с инвалидностью говорят с чувством сострадания, с жалостью. Это вот вместо того, чтобы говорить с ними на равных и как бы позволять им самосовершенствоваться и пути, идти по пути развития. Женщины с инвалидностью выступают бенефициарами услуг, но не являются дизайнерами. Ну, то есть они не участвуют в процессе для, как бы для улучшения тех условий, в которых они живут, в которых они находятся. Ну и также предубеждение, к сожалению, имеется в отношении женщин с инвалидностью, которые хотят стать матерями или же являются матерями. Не везде, не всегда, но это есть. Как раньше бы сказали, это перегибы на местах. Но вот с этими перегибами на местах мы собираемся в следующем году, в 22-м, более уже близко проработать вместе с правительством. И очень хорошо, что мы встретили понимание со стороны правительства Туркменистана и готовы дальше идти вместе по пути прогресса. Следующий слайд. Но вот такие были, например, отмеченные факты, что, ну, позитивные факты, конечно, не, что неотдаленность такая вот, инфраструктура практически существует везде, во всех районных центрах. Но вместе с тем недостаточная физическая доступность, это мы все поняли. И коммуникационные барьеры, которые компрометируют конфиденциальность. Но если девушка или женщина с инвалидностью, или врач, который она не владеет, например, языком жестов, да, то девушка должна прийти с другим человеком, а это уже против ее конфиденциальности и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь, кстати, приведены некоторые цитаты женщин с инвалидностью, которые вы можете потом отдельно тоже почитать. Ну вот, например, одна из них. Это уже слайд по насилию. И, кстати, мы эту тему тоже затронули. К сожалению, но, во-первых, насилием считается и также и то, что делается помимо воли женщин с инвалидностью. Это уже насилие, да, любая медицинская процедура и так далее. Но также и физическое, эмоциональное или другое насилие, которое может присутствовать в семьях даже, да, или же, скажем, в сообществах на улице и так далее. И вот толерантное отношение общества к насилию, у нас почти 60%, это 58,4. Женщин считают, что у мужа может быть хорошая причина бить жену, да, это было выявлено в 2019 году. Но вот есть такая цитата, воодушевляющая, что женщина с инвалидностью говорит: «Нельзя позволять себя обижать, надо обращаться в полицию, к юристам, если есть следы, то на экспертизу». Следующий слайд. У нас немножечко идет с запозданием следующий слайд. Так, основные рекомендации. Ну, это, конечно, сбор данных. Посему Вашингтонская группа в городе Вашингтоне собралась группа международных экспертов. Они разработали вопросник, который позволяет собирать данные по количеству инвалидов, по типу инвалидности. Так, почему же человек может жить, он даже может не знать, что он является инвалидом, человеком с инвалидностью. Ну, пересмотреть национальное законодательство. Кстати, мы с Межлистом планируем встретиться, и у него там очень хорошая готовность, чтобы дальше совершенствовать законодательство в этой области. Туркменистан подписал и Международную конвенцию по правам людей с инвалидностью и готов в скором будущем уже предоставить даже отчет. Вот так что мы будем в этом поддерживать, наравне с другими агентствами ООН. Полностью использовать возможности для обеспечения прав, обеспечить инклюзивность и инклюзивность услуг, обеспечить доступ к репродуктивным услугам женщинам, девочкам, находящихся на интернатном проживании. Само по себе интернатное проживание, оно не совсем, конечно, соответствует международным принципам, по которым люди с инвалидностью должны, ну, они же в общей семье, они должны быть включены во все наши семьи, дома, места работы, места обучения.
И вот эта вот сегрегация по институтам, интернатам, это, конечно, не совсем прогрессивная практика, которая досталась нам, ну, исторически так сложилось, и во многих странах она пока еще существует, к сожалению, но главное, что прогресс в этом направлении, он медленный, но он уверенный. И в этом направлении движение есть на международном уровне, и уверен, что в Туркменистане тоже будет с этим гораздо лучше через определенное количество лет. Ну, также развивать образовательные просветительские программы о репродуктивном здоровье, обеспечить непрерывное обучение медицинских работников и недискриминации. В отношении чего мы, кстати, тоже на деньги российского правительства мы провели миссию международных экспертов в медицинском училище, где обновили их модули преподавания по тому, как относиться, как работать с медсестрам и врачам, с женщинами с инвалидностью. Я благодарю вас за внимание. Это, в принципе, очень такая краткая была такая выборка информации. Я готов ответить на любые ваши вопросы любого члена нашей аудитории. Да, маечку не заметили, у меня хорошая. Я специально одел, ну, чтобы быть ближе к вам, к молодежи. Надеюсь, у меня получилось. Да. Спасибо, уважаемый Кемал, за ваше выступление, за такую проделанную огромную и важную работу на сегодняшний день. Я думаю, что каждая женщина мечтает стать мамой, и инвалидность не является преградой этому, как вы это отметили. И в нашей организации есть очень много успешных историй, где женщины, девушки с инвалидностью родили, несмотря на инвалидность, абсолютно здоровых детишек. И мы желаем каждой женщине ощутить радость материнства. Форматлы ватнашидилар, форматлы мехманлар. Таны душумды дуами диар. Иннуал сабит панель масагатымды башлияр. Чикшедиджилар мидичуин бир сорумыз болар. Юни хадр бейлях кештер, бүгін арамызда ошылмок білін бізі бегендерін бүтін рус, майтлар джемиетінің башлығын форматлы Михаил Асокина айрати тауысын айдар. Cenab-ı Asok'in öğüt tecrübelerini paylaşıp, inklüziv cemiyetin ehmiyetleri bağlıklı öğüt arayışlarını beyan eder. Şimdi sorumuza geçtir. Kaç inklüziv ve güçlü cemiyeti kazanmak için ne hil mümkün çiftlerimiz bizde var ve bize ne emeler yeni derur? Bu arada cip mi cip kırk arayışlarını paylaşaytan. Спасибо, Айджимал. Уважаемые участники, уважаемые гости наши, мы продолжаем наш диалог, и мы открываем наши панельные дискуссии, где вы можете задавать ваши вопросы, дополнять комментарии. А также мы сегодня рады приветствовать уважаемого гостя из Всероссийского общества инвалидов Асокина Михаила Геннадьевича. Господин Асокин, вы нас слышите? Могли бы вы поделиться опытом вашей организации по продвижению инклюзии в обществе, в частности, о роли молодежи в данном направлении? Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад такой возможности, такой действительно редкой возможности пообщаться с другой страной, обменяться чрезвычайно важным опытом, который у нас в организации сложился, и передать слова приветствия от руководителя Всероссийского общества инвалидов Михаила Борисовича Терентьева. Но поскольку сегодня, вы знаете, какой значимый день, загруженность большая, и вот он вынужден присутствовать в разных местах, мы говорили про инклюзию, а она должна охватывать действительно очень широкий спектр нашей жизни. Вот Михаил Борисович, он у нас работает в Государственной Думе, он депутат Государственной Думы. То есть люди с инвалидностью входят в политику, в бизнес, в науку, реализуют себя с точки зрения обычных таких человеческих ценностей, создают семью, рожают детей. Все это и составляет то самое понятие инклюзивности, полнота мира, который вокруг нас формируется, и полнота возможностей. Всероссийское общество инвалидов достаточно старая организация. Мы приближаемся к своему 35-летию. На сегодняшний момент мы объединяем больше 1,5 миллионов человек. Это огромное количество организаций и тоже довольно большой опыт с точки зрения работы с молодыми людьми. У нас есть несколько интересов. Помимо того, что нам важно
отстаивать права на инклюзивную жизнь, да, нам, для нас еще имеет значение, чтобы внутри организации происходила своевременная смена тех самых поколений, руководства, чтобы те самые молодые люди, которые сейчас только-только пришли в организацию, нарабатывали какой-то опыт проектной деятельности, управленческой деятельности. Поэтому мы считаем чрезвычайно важным работать внутри с точки зрения, опять же, общественной деятельности, потому что это чрезвычайно важный навык. Мы не всегда уверены, что молодые люди с инвалидностью, которых мы учим, будут потом в Всероссийском обществе инвалидов работать. Но мы понимаем, что они будут ценить возможность влиять на общество, улучшать его и получат от нас какие-то технологии. Чрезвычайно важно, когда мы говорим про молодых людей, понятно, что впереди очень много планов, но самый первый, наверное, план, который есть у каждого молодого человека, это получить себе образование. И на сегодняшний момент почти все учебные заведения в Российской Федерации включены в этот процесс. У нас есть не очень большое количество специализированных учебных заведений, где учатся только люди с инвалидностью. Но в целом инклюзия становится нормой. И если посмотреть, то сейчас у нас больше 20 тысяч ребят с инвалидностью являются студентами высших учебных заведений. И примерно столько же это те, кто получает среднее профессиональное образование. То есть получается, что от 40 до 50 тысяч молодых людей сейчас получили возможность учиться и получать свою дальнейшую профессию. Это обеспечено за счет того, что существует целая сеть ресурсно-методических центров, которые обеспечивают и возможность доступной среды, потому что это тоже важно, и методику, потому что мы понимаем, что подходить к каждому человеку необходимо с учетом его вот этих вот физических ограничений. И здесь чрезвычайно важно, что вы говорите, как вы говорите, и умеют ли общаться с людьми с инвалидностью сами преподавать. Мы уделяем огромное внимание доступной среде. В Всероссийском обществе инвалидов разработана собственная система добровольной сертификации доступной среды. Мы обучили экспертов, их у нас уже больше 600 человек по всей стране. Они участвуют в разработке государственных программ, оценки конкретных реальных зданий, они приходят туда, производят замеры, дают собственные рекомендации. Это тоже чрезвычайно важное направление, и нам тоже приятно, что в него вовлечены молодые люди. Мы стараемся, чтобы в этих экспертных группах, когда мы их обучаем, всегда присутствовала еще молодежь, потому что мы тут в этом случае мы обладаем уникальным знанием, потому что общественные организации инвалидов – это еще и экспертные сообщества, которые понимают не только требования закона, но и понимают те самые практические особенности как нашего взаимодействия со средой. И кто лучше расскажет по поводу того, как обустроить среду для слепого человека, чем человек, который не видит. Безусловно, тут это не описать никакими буквами, да? Здесь важен его человеческий опыт. Кроме всего прочего, опять же, для молодежи чрезвычайно важно проявление такой вот активности, и мы очень рады тому, что наши ребята активно занимаются спортом, у нас довольно большая сеть спортивных наших секций, и у нас происходит раз в году очень большое мероприятие. В Крыму мы проводим большой фестиваль спорта, у нас съезжается почти иногда больше 500 человек с очень разными нозологиями. И это не просто какое-то соревнование, такое физкультурное, когда важна не победа, а участие. Мы видим, что люди очень азартно соревнуются, они выкладываются, они показывают какие-то результаты, мы ими гордимся. Более того, наши победители от нашего фестиваля на последней Паралимпиаде получили золотые медали, мы тоже этому рады, потому что они выросли из наших таких соревнований. Очень важна еще работа, которая происходит на местах, она, может быть, кажется не очень большой, да? Когда есть такие кружки общения людей, молодых людей у себя по месту жительства. Это может быть не грандиозная задача, да? Но мы понимаем, что человек находит понимание, осознает ту самую модель инвалидности, которая на сегодняшний момент понятна, что это действительно полный объем прав, а не какая-то там
Вот какие-то отношения, построенные на жалости, сочувствии. Это важно, это нормальные человеческие чувства. Но уважение права другого человека на нормальную жизнь – это базовый принцип, и его надо воспитывать. Потому что, к сожалению, мы тоже столкнулись с этим некоторое время назад, когда Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Мы выяснили социологически, что государство с точки зрения подписанных документов оказалось прогрессивнее нашего общества. Потому что оно еще не было готово принимать инвалидов, а государство уже взяло на себя международные обязательства. И это сейчас выравнивается, мы очень горды, что это тоже результат работы общественных организаций инвалидов. Я думаю, что вот та работа, которую реализуете вы в своих молодежных организациях, чрезвычайно важна. У нас есть совместные какие-то, могут быть совместные проекты. У нас, например, очень тема, которая здесь была озвучена нашим посольством, она действительно стала в последнее время заметным трендом. Мы говорим о занятости, и в то же время мы понимаем, что рынок труда не всегда готов принимать людей с инвалидностью. А вот предпринимательская активность и самозанятость людей с инвалидностью у нас стали очень востребованными. У меня есть свои программы, это тема так сказать, моего научного интереса, и мы учим людей с инвалидностью предпринимательству. За последние несколько лет у меня почти 1200 человек прошло через это, и многие из них нашли себе заработок, пусть, может быть, не грандиозный, да, но они приняли ответственность за свою жизнь на себя, в том числе финансовую, да, и приняли ответственность за жизнь своих семей, что тоже очень ценно. И, как вы понимаете, одно дело, когда человек с инвалидностью живет в семье, его опекают, да, другое дело, когда он ее содержит. Это действительно совершенно другая модель отношений, она чрезвычайно важна. Мы горды тем, что у нас получилось не какое-то количество людей к этому подтолкнуть. Работа огромное количество, понимаете, что мы действительно просто очень большая организация. Мы будем рады взаимодействовать, придумать какие-то совместные проекты. Приезжайте к нам, мы с удовольствием с вами вместе пообщаемся, постараемся обменяться опытом, о чем-то рассказать более подробно, показать, познакомить. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич, за ваше выступление, за вашу работу, которую вы проделываете вообще в направлении роста людей с инвалидностью, ваш вклад в развитие этих людей. В свою очередь хотелось бы добавить, что я являюсь специалистом такой же организации, которая продвигает интересы людей с инвалидностью, обучает их профессиональным навыкам содействия трудоустройству. И на сегодняшний день такой маленький шаг к успеху у нас открытие нашего предприятия для трудоустройства лиц с инвалидностью. Нам было очень приятно взаимодействовать для создания совместных программ с вами в дальнейшем. Думаю, это если будет возможно, конечно же. Также приглашаем вас в партнерство. Спасибо большое, Михаил. Спасибо. И, уважаемые наши спикеры, мы попросим вас дополнить ваши презентации. Да? У нас есть вопросы, которые направили наши участники, в том числе Юля. Могли бы вы дополнить свое выступление по направлению, как вы считаете, какие возможности у нас есть на сегодняшний день для построения более такого сильного, инклюзивного общества, которое будет доступно для всех? И что же нужно делать молодежи в данном направлении? Какой их вклад будет? Уважаемая Юля. Спасибо большое за вопрос. Но на самом деле, я думаю, одним из важных элементов вот всего этого процесса инклюзии, это в том, чтобы молодые люди с инвалидностью сами рассматривали себя не как объект политики, а как субъекты и главные игроки. То есть молодые люди должны включаться, вот как уважаемый Михаил сказал, в процесс, в том числе самозанятости. Да? То есть, с одной стороны, быть готовыми получать определенные навыки и знания, которые позволили бы трудоустраиваться. С другой стороны, не ожидать, когда рынок труда примет и будет готов, но создавать для себя самих места и рассматривать различные подходы к самозанятости. Это один момент. Второй момент, я думаю, очень важно говорить о
квалифицированном труде для молодых людей с инвалидностью, а значит, о доступе к образованию. Да? Допустим, в ряде стран люди, слепые люди, они имеют доступ к образованию, но глухие люди не имеют доступа к 11-летнему образованию и, значит, не имеют доступа к высшему образованию. То есть поднимать эти вопросы. Вот есть тенденция, когда о правах людей с инвалидностью говорят люди без инвалидности. И я верю, что ситуация с инклюзией изменится, когда флаг вот этот вот за права людей с инвалидностью будут нести сами люди с инвалидностью. И поэтому я думаю, что молодые люди должны вовлекаться в разработку государственных программ, разработку политик, которые направлены на обеспечение прав лиц с инвалидностью. То есть иметь проактивную позицию в этом вопросе, а не быть, скажем так, ожидающими каких-то пособий, ожидающими какой-то помощи. То есть вот этот социальный подход, или еще мы говорим правовой подход, должны продвигать люди с инвалидностью в первую очередь, да, и призывать к тому, чтобы отойти от благотворительного или от медицинского подхода. То есть проактивная позиция. Спасибо большое. Да, спасибо, Юля, абсолютно такие точные формулировки. Спасибо большое. Уважаемый Джамал, я передаю слово коллеге. Шавид Молим, сіздің пікір қарайшылығыңызды алайсақ, яғни, хас инклюзив ве бүйші демиеті қазанмақ үшін елімізді нәкел мүмкіншіліклеріміз бар, бізде ені нәмелер зерур. Баш үстіне. Я вот полностью согласна с Юлей, как она сказала, что, ну, в тенденции у нас, да, вот про инклюзию, что нужно людям с ограниченными возможностями, об этом обо всем говорят здоровые люди. Да? Вот когда начнут также активизироваться наши, грубо говоря, инвалиды, люди с ограниченными возможностями, да, вот тогда, думаю, все и изменится. Когда они проявят, да, вот свою активность, будут бороться за место под солнцем, вот тогда и все изменится, думаю. Просто сейчас в основном ждут, пока сделают что-то для них, что-то произойдет, кто-то что-то сделает, да, вот и более, ну, грубо говоря, иждивенческий характер, да, вот. А когда вот они сами начнут двигаться, делать, да, вот у нас очень много молодежи хотят учиться, хотят что-то делать в жизни, да, вот найти свое место, вот, получить профессию. Вот когда вот они более будут больше задействованы, да, вот в своей жизни сами, лично, да, вот, тогда же все изменится, думаю. Вот, спасибо. Уважаемые Шалиби, спасибо за ваши комментарии, дополнения. Абсолютно правильные направления, но потому что основным направлением, наверное, является, чтобы лица с инвалидностью, в первую очередь, были включены, да, в инклюзивность, а общество уже постепенно к этому идет. Кемал, а как считаете вы, что мы еще можем сделать для того, чтобы лица с инвалидностью, как отметили наши предыдущие спикеры, не было подхода именно того, что такого ярлыка, что им обязаны, им должны, их должны принимать везде. Вот именно относительно лиц с инвалидностью. Я считаю, что это вот такая... Это аспект отношения, да, как мы относимся. Да. Наше отношение, оно основано на наших знаниях, да. Вот. Есть такая поговорка: изменил широту, изменил отношение. Понимаете, вот изучение международного опыта, да, вот, например, изучение международного опыта. А вот даже вот сегодня господин Михаил Осокин говорил об том, как удалось преодолеть отношение общества к людям с инвалидностью в Российской Федерации, в соседней с нами стране. Я думаю, изучение международного опыта,
общение инвалидов между странами, да, друг с другом, даже вот это тоже, возможно, будет, ну, являться очень таким мотивирующим, полезным, эффективным методом. Ну, вот, они больше будут узнавать, больше практик, больше знаний, у них изменится отношение к самим себе, отношение других людей к инвалидам. После того, как изменяется отношение, люди начинают верить, у них бывают другие ценности, у них появляются другие ценности, они начинают уважать, они начинают заботиться и так далее. После того, как уже изменяются ценности, тогда уже изменяется поведение, включаются механизмы, рычаги на уровне госуправления, появляются законы, подписываются финансовые документы. Все вот это вот очень, ну, пошагово, но это все реально можно сделать. Главное было бы желание и понимание. Спасибо. Спасибо большое, Кемал. Уважаемые участники, мы напоминаем вам, что вы можете задавать вопросы нашим спикерам, нашим гостям, если они вас возникнут. Доброе инклюзив өтүш мактатнамаларынын гарыйблыгы ве деңсиздиги азалтмага идеян таасири бар деп көп сан тууктамалар бар. Бүгүнкү чыгыш эдилерибиздин эхлескен бу арада алдап кечтилер. Инклюзив топорлор билим, иш ве телекечилик мүмкүнчүлүктөрүнүн хас көп пайдалы тилерлер. Адамдын саламаттыгын кепкетлемекте социал инклюзивлик мөхүм рол ойнойт. Кошулмадан адам акыл саламаттыгына, жаңгыйлыгына, изоляция ве өзүнө хурмат коймадыгына хас тиккине жарлар. Cemiyetin inklüzivleşme olursa Adem'de has onun ve sağdın neticeleri emele getiriyor. Спасибо, Эджимал. Действительно, на сегодняшний день существует множество свидетельств воздействия программ инклюзивного развития на сокращение бедности, неравенства. И когда, наверное, инклюзивные группы максимально будут включены и будут использовать образование, занятость, предпринимательство. Это будет, наверное, более успешно реализовываться. И социальная интеграция играет очень важную роль в определении здоровья человека. И без включенности люди более склонны, наверное, к физическому здоровью, изоляции, одиночеству и отсутствию самоуважения и интереса, наверное, ко всему, да, в этой жизни. Қадырлы чыгыш эдилер, пайдалы пикир алыш үчүн көп сау болуң. Катнашчыларыбыз хас тагдым ве инклюзив куршоо өтүү үчүн эдилжек даатлар хакта карашыңарды эшитмек тилер. Тескерлер ве тиклиплерди дей кутучуга ийет тилерсиңер. Да, уважаемые участники, мы ждем ваших вопросов. Огромное спасибо нашим сегодняшним спикерам, гостям, которые поделились своим опытом, своей деятельностью. Это очень важно для нашей молодежи, чтобы понять, что на сегодняшний день очень важно для создания инклюзивного общества, равных прав и возможностей всех нас. Мы принимаем вопросы, уважаемые участники, вы можете их задать, пока наши спикеры с нами на связи. Мы видим, что Шохрат поднял руку, у вас есть вопрос, вы можете озвучить его, включив свой микрофон. Здравствуйте всем участникам, у меня не вопрос, а просто хотел поделиться с вами тоже, дать вот именно с молодежью, с инвалидностью, может быть, чтобы они организовали свой бизнес, и, как Михаил заметил, что у них тоже самозанятость и направление очень хорошо идет, и так как в нашем стране тоже бы проводились бы, может быть, такие программы грантовые, которые молодежь мог участвовать в них, и, может быть, выиграть какой-то грант, который начал свой малый бизнес. И чтобы они могли
дальше развивать свои возможности. Спасибо. Спасибо большое, Шохрат, за ваши комментарии и наполнения. Остальные участники, мы вас слушаем. Молодежь, давайте активно задавать ваши вопросы, комментарии, дополнения. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Уважаемые участники, уважаемые гости, да, если у наших участников нет вопросов, или, как вы думаете, мы можем закончить, или мы еще будем ждать наших участников вопросов от них? Мы вас не слышим. Дорогие участники, если у вас возникнут вопросы, мы можем продолжать этот диалог. Мы обязательно поделимся презентациями. Спасибо большое. Я думаю, что мы можем завершать в таком случае, Мадина и Джамал. Спасибо огромное нашим спикерам. Спасибо. Мы хотели поблагодарить всех наших участников, спикеров, наших гостей за ваше участие в нашем молодежном диалоге. Вы принесли огромный вклад, наверное, на развитие нашей молодежи. Спасибо вам за ваше выступление, ваш опыт, которым вы поделились сегодня с нами. Спасибо большое за внимание. Вам тоже спасибо всем организаторам и спикерам. Спасибо посольству российскому. Спасибо всем. Спасибо. До свидания. Спасибо, коллеги. Спасибо. До свидания, хороших выходных всем. До свидания.